Расскажи, кого ты там видишь? Ну покажи. Кого? Ну, Ну, это бабушке мой покажи, свекер. кто тут есть у Ну, вот тебя. этот, который тебе нравится. Он тебе чем-то нравился, а потом Сережа? Да. Нет. И не нравился. Вообще он мне не нравится. Почему? Потому что, когда мы играем, он все время пристает. О чем говорит? Отбирает, что ли? Он говорит непонятно, как будто по-английскому. Но он не по-английски говорит, он по-немецки говорит. У него папа немец, такой на гномика похож папа. А его бы всех назвать. Ну скажи. И больше всех хотя бы кто нравился. Больше всего мне никто не нравится. А Ваня? Я же говорила, потому что как можно, если он хороший, а он не хороший? Ваня не хороший. Ну, если он дерется. Ваня дерется? Да. Нет. Ты просто этого не замечаешь. Да что вы говорите? Ну, покажи, где Ваня-то, бабушке. Вот он. Вот он. Будто улыбается, да, а на самом деле дерется. Ну зачем нам такой зять? Смотри. Ярослав, Рита, Денис, Сережа, Даша, Сава, Лера, Наталья Петровна, Екатерина Владимировна, Ваня, Артем Шабалкин, Лиза, сейчас Настя, то есть, Руслан, я, Влад, Таня, Маша, Дарья Юрьевна. Дарья Юрьевна? А Катерина Владимировна где там? Я уже назвала. Назвала? Так а кто тебе больше всего нравится-то? Да никто! Никто? Там нет достойных? Нет. Нашей королевы. И кто защищает? Я не... Ну, Влад точно защищает. Влад защищает? Ну, это ж я хорошо. Я даже заметила, меня знаешь, кто я была первой? За мной все идут на музыкальное занятие. Так. Потому что меня поставили первой. А, потому что ты самая высокая? Да, хоть я и высокая, но... Тане исполнилось 7 лет. Когда? Брусковой? Нет. Как там, Кокориной. Кокориной, ага. Так дальше.